Кизлярском районе открылся самый технологичный на Северном Кавказе завод по переработке риса. В церемонии запуска предприятия принял участие Владимир Васильев. Он ознакомился с производственными цехами. На предприятии уже работает 80 человек, создано еще 30 рабочих мест. Завод оснащен самой современной техникой из Германии и Китая. Его годовая мощность более 40 тысяч тонн. Предполагается, что он позволит обеспечить стабильный сбыт своей продукции около 60 рисоводческим хозяйствам. Уже есть договоренность с Азербайджаном, Туркменистаном и Узбекистаном. По словам главы региона, стоит задача не только поднять производительность и эффективность, но еще и вернуть 4000 гектаров орошаемых земель, которые пока еще не используются. Важно обеспечить вас биоактивными работами, а проще говоря, чтобы вода пришла в очаги. Занимая лишь 12% сельхозугодий, орошаемые земли республики обеспечили производство около 70%. 12% давали 70% производства, те, которые орошались. Но сегодня эти системы запущены и находятся в неудовлетворительном состоянии. И важный вопрос, чтобы мы навели порядок с этим.